бывшая участница «Дома-2», теперь модель и звезда Инстаграма, Виктория Боня считает телеведущую Ксению Бородину человеком злым и завистливым. Бородина нередко пытается привлечь к себе внимание путем обсуждения их обоюдного конфликта, рассказала Боня. При этом у нее много других сфер жизни, которыми следовало бы заняться, считает Боня. Например, карьера и профессиональный рост, по мнению Бони, оставляет лучшего желать этой телеведущей Бородиной. 15 лет сидит в доме 2. Какая-то злость и зависть у нее присутствует к успешным людям. С другой стороны, каждый идет по мере своих возможностей, по мере своего ума, сказала Боня. Также еще она тут говорится о том, что Ксения также конфликтует с другой бывшей коллегой по телешоу, певицей Ольгой Бузовой. Ну какая она певица, петь она не умеет. Так, и вот она раскритиковала о том, что Бузова не имеет вкуса, и она открывает пятую точку. А у Бородиной прям есть такой вкус, и она открывает верхнюю часть тела. Короче, вы, девушки, друг друга стоите. Это такое мое мнение. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.